Привет, шкодоводы! Сегодня расскажу вам про интересный такой случай, как просмотр голливудского фильма может помочь вам в эксплуатации вашей Шкоды или любого ВАГа. Есть такой фильм, ну я про него видел в подписке ютубовской. «Форд против Феррари». Это реальная история, спортивный фильм, хороший, качественный спортивный фильм. Этот ролик не проплачен, ничего, мне никто не платит, смотрите где хотите этот фильм, в кино, там, не знаю, в торренте, макорренте, там, у знакомого онлайн, где хотите. Но посмотреть стоит. Во-первых, потому что это реальная история борьбы двух автомобильных марок, Форда и Феррари. Она настоящая. И в чем прикол? Просматривая ее, будьте внимательны. 2,5 часа идет все-таки ролик, ой, фильм. Там есть знания, про которые я уже 2 года рассказываю, но вы же мне не верите. Возможно, хоть поверите им. По некоторым данным, они все-таки, когда этот фильм монтировали, мы уже 2 года, как сказать, вещаем, даже больше, были подписаны на наш канал, чтобы быть грамотными. Что вы узнаете из этого фильма? Ну, там есть такая спортивная составляющая, хороший спортивный фильм, моторы, там любой мужик, кто себя уважает, настоящий, любит звук моторов, гонки, есть чуть-чуть любовная история, есть интриги там, есть чуть-чуть вата, но потом бах, опять такой адреналинчик, хороший такой мужской фильм. Даже скажу больше, у меня жена таких фильмов не смотрит, но когда она начала вчера смотреть, она тоже пришла и ей стало интересно. И что самое главное, это история на реальных событиях. Вы узнаете, как правильно эксплуатировать двигателя, что меняется, кстати, чипанутые ребята, обязательно посмотрите. Мне про этот фильм писал где-то полгода назад один из наших подписчиков. Он говорит: Станислав, обрати внимание на фильм «Форд против Феррари». Там то, что ты рассказывал. Ну, там на самом деле было так, что пускай все узнают, какие должны быть изменения при увеличении мощности и снижении массы. Ну да, там все это показано. Чипанутые, вы увидите, что нужно делать, когда увеличишь мощность двигателя, что нужно дорабатывать, как что греется, куда нужно смотреть и что нужно делать. Потому что вы мне не верите, но поверьте хотя бы тем людям, которые профи, понимаете, потому что они будут участвовать в гонках Ля-Манш 24 часа. А это проверка гонщиков и транспортного средства на ее профпригодность, мощность, надежность, динамику. Шикарный фильм, мне понравился. Давно таких фильмов не было. Прямо, знаете, вот прям, ну, вы хоть там, не знаю, кто там пиво, кто там чай, пряник. Я смотрел, у меня был кефир, булочки, и вот на одном дыхании, вот честно. Понимаете, давно таких фильмов не было. Я вот помню, вот, когда еще был маленький, это был 1987 год, мы с моей бабушкой были там на морях, и там в санатории был кинотеатр. Понимаете, вот сейчас вот я ошибка вот не люблю ходить в кино наше современное, потому что там вот какой-нибудь опыль с попкорном там в ведре сидит, или чавка там, или какой-нибудь дятел там по телефону болтает. А такие фильмы у нас смотреть, вот, включил, смотреть на эту, пацаны, лицензию, чтобы у героев там, мы даем вот этот, который ультиматум Борна, чтобы у всех были свои голоса, чтобы мотор так ревел, так четко, так лицензионный звук был. Там Ford GT40 как создавался. И нужна будет такая интимная обстановка, чтобы посмотреть с друзьями, с женой там. Я обычно люблю смотреть фильмы один. И вот мы, когда мы с моей бабушкой были в этом кинотеатре, это 87 год, тогда были душевные люди, понимаете, они вот душой переживали. Был тоже хороший спортивный фильм про бегунов американских, там был такой Джек, его соперник там подставил, короче, там его побили и повредили ему позвоночник. Вот весь фильм, он там полфильма восстанавливался, не пал духом. И чуть ли не стал инвалидом, но потом он там прокачался, там занимался, я помню, такой с блином там пресс качал, я еще думал, как это с блином, мне там 7 лет. И у него в конце был финальный забег. И вот к чему есть разговор. Люди были душевные, спокойно, мол, смотрели. Тут получается так, что опять там интриги, соперник его хочет там навредить, но он там как там побеждает, короче, и остается 2 круга. И он не успевает. Ну надо поднажать, чтобы успеть. Народ такой, там вот один, я помню, начал человек такой там: давай, говорит, Джонни, беги! Второй подхватывает, третий, четвертый, понимаете, там зал, ну там не такой большой зал был, это был санаторий, там, ну, может, человек 70-80. Мы вот вечером смотрели фильм, потом выходишь из кинозала, кефир стоял такой на поддонах, кефирчик пили. Ну, обычно мало кто брал его, поэтому мне бабушка разрешала там 2 стаканчика кефирчика перед сном пропустить, 3. И вот люди, второй, третий, говорит: Джонни, Джонни. Народ встает, начинает аплодировать, понимаете, такой: Джонни, беги там. Там такой адреналин, я вот помню, весь зал встал, и этот Джонни, понимаете, он... Ну, не то, что он слышит, но он начинает ускоряться, он как по сюжету фильма, и там в финальный круг он догоняет этого соперника, он догоняет, и потом там весь зал: беги, беги, хлопают, и он
он пересекает черту, там весь зал, как стадион. Молодец такие. Вот это вот в кинотеатр, в такие ходить одно удовольствие. А сейчас что? Ну, смс-ка пришла. Кто что написал, интересно. А сейчас что? Вот у меня старшая ходила, смотрела этих «Мстителей», финал. Мы, говорит, ползала, ревела. Я говорю, что случилось там? Что случилось? Железного человека убили. Я говорю, да пофиг на него, вообще это... Вот раньше, помните, «Танцор диско», это тоже примерно 88-й год, когда Джимми брал гитару, который там плохой раджа подвел 10 тысяч вольт, в зале кричали: «Джимми, не бери гитару, там ток!» Не один, там много людей, он такой, его током, зал ревет, вот это были у тебя ощущения, я смотрю, мне там 8 лет, там девчонки ревут, там мужики такие грустные, такие, блин, говорит, Джимми током долбануло, хана ему. Вот это эмоции, все молча смотрели, спокойно, потому что ты приходишь в зал смотреть синематограф, а не чавкать там, жрать там, или пиво пить, я не знаю, или по телефону трындеть, это вообще кошмар, никакой культуры сейчас нету. Смотрите правильные фильмы, смотрите правильный канал Стасен, правильно эксплуатируйте свой автомобиль. И потом будет у нас работа над ошибками по этому фильму. Будем делиться мнениями, узнаете, что и как, потому что мы же продолжаем разбираться с нашим пропуском зажигания. И в конце вот такое скажу вам, такое, покажу такой материал для нашего подписчика. Он покажет вам, что даже в критической ситуации, когда уже вы думаете, что вам все, жопа, но если вы знаете машину и, как бы сказать, имеете чувство, как самообладание, все у вас будет хорошо. Конечно, все там на грани, но знание машины и ситуации, уверенность в своих действиях помогает выходить из жопы в нормальный свет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.